Она всегда там, где требуется помощь, будь то доставка лекарств одиноким пенсионерам, покупка продуктовых наборов или посадка деревьев. Ей не чужды проблемы инвалидов, она постоянно в гуще важных событий. Кто еще не знает, знакомьтесь, Екатерина Артемова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», человек дела. На базе местного отделения партии «Единая Россия» в исполкоме организован волонтерский центр, который я возглавляю. В начало первой пандемии к нам обращалось порядка 100 человек в неделю. Во вторую волну также было большое количество обращений. Стараемся, конечно, всем помочь. В основном это люди в зоне риска, которым необходимы препараты. Мы доставляем их из поликлиник. С 2014 года Екатерина – депутат Совета депутатов округа. Она не боится прямого диалога с властью. На ее счету десятки инициатив и поднятых острых вопросов. Работу Екатерины высоко оценили на всероссийском уровне. Наша землячка стала участником кадрового проекта «Федеральный политстартап». Политстартап – это проект партии «Единая Россия» для того, чтобы выявить активных, инициативных, молодых людей для продвижения на политической арене. Это для меня открывает перспективы. Кто знает, может быть, у меня все получится. Для участия в образовательном проекте было подано чуть менее 7 тысяч заявок из 85 регионов России. Екатерина Артемова стала одной из 16 лидеров, прошедших отбор в нашем регионе. Впереди ее ждет несколько дней обучения, полных интересных встреч и полезных мастер-классов.